всего подъезжаем к Банбуре. Вот с левой стороны такое, видите, здание промышленное. Это фабрика кофейная. Сейчас она уже, кстати, не работает. А раньше, когда она работала, вы знаете, вот подъезжаем к Банбуре, и такой запах кофе сразу разносится. Просто бесподобный. Ну, сейчас вот кофейных зерен у них уже нет. А у нас в Банбуре это перевалочный такой, знаете, пункт, когда идет передача мамы из рук в руки. Кен привозит ее на полпути, мы тоже приезжаем и вот забираем маму к себе. У нас всегда одно и то же место, это супермаркет Tesco, и на парковке мы встречаемся. Вот видите, такое здание с часами, это как раз вот супермаркет Tesco, и мы знаем, куда мы едем, потому что Кен всегда паркуется в одном и том же месте. Везда! Ты малышка, никак еще не открою эту курячку тебе, никак не открою. Где тут курячка? Иди сюда быстрее, иди сюда. Смотри, маленький курячка, курячка тебе, да? Мой сладкий помельче. Малыш. Да и так помельче, вот прям крошу, не знаю как. Это как горох. Чтобы он проживал. Малыш, подожди. Давай, уминай. Так, мама приехала со своими продуктами. Творог мне привезла, кефир, чай. Из Турции чай привезла. Конфеты пряники. Турецкие. Так, конфеты турецкие, показывай. Потом это вот хорошие такие. Turkish Delight, да, это вот как дольки такие, да? Это мармелад. Мармеладки, дольки вот такие вот какие-то, да? Да. Пряники, сушки. А, и корку, ну, как будто бы черная. Ладно. А это ты, что за икра такая? Ты где ее взяла? Очень вкусно, я ее без конца беру. Ну, класс, все. Такая прям это, вафли. Это в польском магазине вафли. Так, поняла. И сушки, видишь? И даже... Вот конфеты. Тоже фрукты. Отлично. Вот. Ну, все. И курячку Йосику, ага. Ну все, будем пировать. Ну да, малыш, сиди немножко. Посиди немножко у бабушки. А вот смотри, сколько тут всего. Будешь тут что-нибудь есть, а? Ты здесь ничего не будешь есть. Там же такого ты не ешь. Ну, курочку ты ешь, да, малыш? Курячкин. Курячкин, малыш. Курячкин кот. Курячкин кот? Ты курячкин кот? Смотри, сидит, да? Он сидит. Или шевыряется еще? Он шевыряется, но сидит. Ну, сейчас, ладно, сидит, хорошо. Ну, а сам смотрит вниз, ищет пути отступления. Так, давай потоньше режь. Не комментируй, я знаю, как мне резать потоньше или покруче. Хорошо. Ай! Тебе там телефон звонит, слышишь? А, это, наверное, угу. Угу. Так, к приезду мамы я готовлю плов. Ну, то есть, мама режет кофе, сейчас будет резать лук. А я... Лук. Лук, да. Еще и лук. Да. Блин. Что, мясо тоже порезать? Оно уже нарезано. Нет, а что ты хотела, не расслабляйся. Ты думала, ты приехала сюда отдыхать, что ли? Ну да, я уже думала, все будет готово. Я уже Кену сказала, Кен, меня там же ждет плов. А оказывается, он только ждет, когда я буду его готовить. Да, конечно, ты как думала? Да. Понятно. Я люблю, когда много моркови и много лука. Плов делаю на говядине. Рис беру круглый, на длинном никогда не делаю. И плов всегда получается рассыпчатым. Так, все. Проверим сейчас наш плов. Что у нас тут получается? Ой, ну вкусно. Прям видно, что он такой насыщенный. Выключаю? Да. Йось, ты будешь с нами плов есть? Нет? Не хочешь, да? Так, плов у нас будет вот такой вот классный. Альгуш, садись давай быстрей. Пока горяченький, вон туда садись. Нет, я сюда сяду. Куда? Хочу смотреть. А, сюда, на сад, да? Ну, окей. Так, Альгуш, ты готова? Да, я готова. Все, как всегда. Но я не знаю, подсаживаться мне, портить эту картину вот этого вот безмятежного такого, такой красоты и идеала своим присутствием, или уже оставить тебя там, мне самой за кадром оставаться. Нет, пожалуйста, иди возле меня, садись. Ладно, хорошо.
Тут уже Йоська прямо. Йоська, я уж смотрю. Хорошо, иду. Ну что, всем привет. Здравствуйте. Меня зовут Елена Прохладная. А я Ольга. И вы на канале «Англия моими глазами». Йоська вот здесь вот будет шевырять, издавать какие-то звуки. Ну ладно, здесь у нас выигрыши вчерашние. Кстати, давай расскажем про вчерашние выигрыши. Ну, как вы уже посмотрели в начале самого видео, мама приехала вчера, и вчера же мы пошли на бинго. Да, где я была первый раз и даже не знала, что это такое, как... Ну, я знала, что бинго-бинго, а как играть, конечно, представления не имела. И я говорю, Лен, ты за мной следи. Ну, нам, конечно, там объяснили, дали эти вот книжечки, объяснили, что нужно делать. Но я говорю, вот эти цифры, они будут так очень быстро мелькать, может быть, я даже не успею их закрыть, поэтому говорю, Лена, за мной следи. И не успели мы только сесть, Лена уже сразу выиграла 2 приза. А за ней следом я 2. Короче, пишу Колину, говорю, Колин, а призы большие такие, знаете, значит, я выиграла, как называется, столовый сервиз. Да. Столовый сервиз, 16 предметов, да. И еще ложки-вилки к ним. Да, еще к ним вилки, ложки, ножи, столовые приборы. Плюс я выиграла еще бутылку просекко и ваучер в мексиканский ресторан на 2. Ну, бесплатный ваучер. А ты, Альбу, что выиграла? А я выиграла, значит, ну, бутылку тоже вина. Да. А потом, значит, я выиграла для пикника вот эти вот сумочки. Да. Значит, они три разные. Значит, одна для бутылки, ну, может, вина там, может быть, что-то. А потом вторая просто для, наверное, ну, еды. Да. Еда. А третья сумка-холодильник. Да. И к ним еще 4 такие прекрасные кружки. Кружки, да. Да. И еще я выиграла ваучер на 10 фунтов в Моррисонс. Супермаркет. Короче, я Колину говорю, слушай, говорю, у нас столько призов, мой вот этот вот столовый набор, он такой большой. Да, тяжелый. Да, тяжелый. Я говорю, слушай, нам нужно много места в машине. Прицеп. Да. Вот, поэтому вчерашний первый день маминого отпуска оказался очень удачным, очень успешным, да? Да, да, начался сразу с призов. Да. Знаете, что такое бинго? Это как наше лото, только там немножко другие правила. Вот, но в принципе все то же самое, очень быстро это понимается. Причем сидит человек, который не вытягивает бочонки вот из мешка, да, там такая машина, аппарат, нажимает он кнопочку, и цифры рандомно появляются, да, и вот когда, допустим, для цифры, он объявляет их, и вы находите у себя их в книжечке и закрываете. Вот, в принципе, вот такой вот, такой принцип. Ну да, очень интересно. Да, очень интересно. Там 10 вот этих вот листочков, да? Да, 10 игр, и так прекрасно, а потом еще был этот... Раффл, да. И еще потом, что было? Irish Bingo. Да, Irish Bingo, это тоже Bingo. Интересно. Да, да. Вот. Ну, мы, правда, ничего не выиграли, но ну, мы выиграли. Мы некоторые вообще ничего не выиграли, да? Да, мы по 2 приза большие выиграли. Лин мне пишет сегодня, она говорит, слушай, вы так хорошо вчера выиграли, да? Well done, она говорит, я вообще ничего не выиграла, даже бутылки вина, говорит, не выиграла. А мне Кен звонит и говорит, а, как раз я играла, и он мне звонит. Ну, я не могу взять телефон, а потом же вечером прихожу домой, а он на работе. И я ему звоню, говорю, ты мне звонил? Он говорит, да. Я говорю, ну, я как раз играла в бинго. Да. Бинго? А ты умеешь? Я говорю, да нет, вот первый раз, говорю. И выиграла такие призы. Он говорит, вот это да, ты даешь. С пятницы вот завтрашнего дня, пятница вот воскресенье, в городе проходит Folk and Boat Festival. Это фестиваль народной музыки и лодочный. Mm-hmm. Вот. Но народная музыка тут уже как бы начиналась, она как народная музыка, да, фольклор. Но сейчас уже тут приезжают и рок-группы всякие. Да, вот у нас... в прошлом году как было хорошо. Да, классно вообще вы приехали, когда. Mm-hmm. Ну, вы знаете, вот, конечно, поскольку лодки, ну, сами понимаете, стоят на канале, пришвартованы там, то должна быть хорошая погода. А у нас ожидаются дожди. Сегодня. Да, вот сейчас пока более-менее дождя нет, но очень холодно. Представляете, 14 градусов. А как будто бы все 10. Вот, очень холодно, ветер очень холодный. Тот, кто говорит мне, ой, ну я так люблю дожди, я тоже люблю дожди. Когда они летние, да, и такие вот теплые. Вот мы сейчас с Элинкой разговаривали, да. Она говорит, ой, у нас пошел дождь, такой теплый, так хорошо. Вот я тоже такие люблю дожди. А когда вот такой вот пронзительный ветер и дождь, и все сыро, и влажно, и вообще просто... Ну, не очень приятно. Да, совсем неприятно выходить на улицу. Поэтому вот, но, тем не менее, мы, наверное, пойдем посмотрим. Да, мы сейчас вот запишем видео. Да, пойдем прогуляемся вдоль канала. Вот смотрите, у нас этот прям буквально 2 слова об этом фестивале.
он начался в 90-м году, 1990 год. Да. Каждый год сюда приезжают около 400 лодок. Представляете, где они тут паркуются все, я не знаю. Может быть, они меняются вот так вот туда-сюда. Да, канал приезжает. Канал два. Два канала. У нас два канала. Да. Вот. И лодки, ну там разные лодки есть, да. Есть те, которые торгуют. Там длинные, есть маленькие. Да, да. Вот. Есть те, в которых люди просто живут, они приезжают, как дома плавучие. Да. Есть те, которые именно торговые лодки, и там можно купить, они вставляют свою продукцию, там и мед, и джемы, и какие-то сыры. Сувениры какие-то. Да, сувениров очень там, много. Да, там можно что смотреть. Ну, посмотреть, да, прибываться, можно там что-то купить. Попить чай, кофе. Да, попить чай, кофе, потому что они торгуют продуктами, свежими, свежей выпечкой. И даже если хорошая... Сейчас Юски открою дверь. Заходи. Ты чё, Йося? Испугался. Я открыл дверь, ломанул. И даже если погода хорошая, то некоторые лодки делают afternoon tea, да, после полуденного чая, выставляют свои маленькие столики и стульчики перед лодкой на улице. Да, прямо ну, как в прошлом году мы сидели перед чаем. Ты же помнишь, как было хорошо? Ой, так было хорошо. Помнишь, мы сидели с этой стороны, а напротив нас... Играл как раз эта группа бэнд. Музыкальная. Так классно было. Да, тепло, да. Хорошо. Ну, надеюсь, что в этом году тоже будет хорошо, немножечко прохладно. Но все равно мы пойдем, конечно, посмотрим. Конечно, пойдем. Конечно, пойдем. Даже если дождь будет, все равно пойдем. Да, ну там, знаешь, вечерами есть вот эти вот газебо, да? Да, да. Они открывают вот эти газебо, да, и мы в палатке. Вот, да. И там вроде как бы тепло, и каждый паб у нас в городе, по-моему, 11 пабов. И каждый паб вот приветствует вот этих вот, ну, конечно, жителей города, и всех, кто сюда приезжает, и, соответственно, группы вот эти вот приветствуются. У нас такой вот трехдневный прям уличный такой фестиваль. Веселье. Ну, Кена в этом году нет, да? Почему? Ну, в этом году нет, потому что он принимает экзамены, он каждый год. Ну, не каждый Красавчик. Год, а когда там, по мере того, как нужно принять экзамены, он ездит в различные аэропорты, его посылают, и он принимает экзамены, ну, они обучаются, а потом ему сдают, да. Вот, некоторые сдают хорошо, а некоторые проваливаются. Ну, понятно. Некоторые, он мне говорит, вот... Он строгий, потому что вот это же все связано с детьми, с людьми-инвалидами, которых надо поднимать на самолет и спускать с самолета вниз. Если ты неправильно там нажмешь кнопку, человек может перевернуться. Это очень опасно, поэтому он очень строгий правилами, да. Ну вот его как знающего, опытного человека каждый раз приглашают. Вот он тоже на 4 дня уезжает, и поэтому говорит, может, ты поедешь к Леночке, потому что я буду волноваться, Леночка. Ты будешь одна. И заодно и фестиваль. Ну вот я... И заодно по фестивалю. И я заодно по фестивалю, да. Вот я и приехала сюда, я буду отдыхать. Фестивалить. Ну ты вчера уже пофестивалила. Твой день начался. Да. Профестивально, да, ну вот и сегодня, может быть, продолжу, да. Слушай, ну вот девчонки спрашивают, почему Кену вот, ему 81 уже или только еще 80? Нет, 81, и уже в ноябре будет 82. А, уже 82 будет? Да. Ё-моё, слушай, 8 лет и до 90, да? Да. Вы знаете, я вчера его встретила, вот когда маму передавали, да, он просто, да, выглядит просто замечательно. И многие девушки спрашивают, почему он в таком возрасте работает. Вот объясни. Вот еще раз объясняю. Я ему тоже говорю, Кен, может быть, ты в таком возрасте уже, да? Уже не будешь работать, будешь дома сидеть. А он мне говорит, ты хочешь моей смерти, чтобы я сидел на диване или на кресле и смотрел в окно? Я, говорит, не такой человек. Мне нужно, чтобы я был в движении. Мне нужно, чтобы я находился среди людей. Я разговариваю. Мне эта работа нравится. Она мне в удовольствие. И она мне приносит вот молодость, потому что он общается с молодыми людьми. И вот, вы знаете, он пригласил свою... Ну, у них там как бы... Команда, да. Команда. Их там 9 человек. И он говорит, давай я приглашу свою команду к себе, к нам, на пати, да, на пати, наш сад. Я говорю, конечно, приглашаю. И вот они пришли. И вы не представляете, он был в ногу с этими людьми. Они были все молодые. Я так посмотрела и думаю, боже, какой ты молодой среди них. Да. Волосы, она вот здесь. Да, вот, она здесь. Да. Он говорит, я никогда, говорит, не брошу свою работу, потому что она мне в удовольствие. Вот его весь ответ, девочки. Поэтому он и все время работает, он все время ездит. Я спрашиваю часто, как там у тебя сад? Что ты там посадила новенького или не посадила? Ну, вообще, вот
что там у тебя происходит. Ты же не посылала никакие видео, да, своего сада? Да. Я не посылала тебе видео своего сада, потому что у нас всегда идет такой мелкий дождь, понимаешь, и как бы ты сама... Я не могу сделать видео. А когда солнечная погода, мы куда-нибудь уезжаем, я забываю, что нужно сделать видео. Вот и весь ответ, да? Да, вот и весь ответ. Но я когда приеду, я сделаю видео, пошлю, и ты отдельно пошлёшь. Может быть, мы вот 5 июля у вас будет. Вот, приезжайте. И может быть, обязательно. У мамы с Кеном 5 июля будет годовщина, 15-я годовщина их свадьбы. Да, и вот мы вас приглашаем. Как вчера было, да? Да. Вот приезжайте и как раз посмотрите наш сад. Ну, в этом году, что я купила сирень, посадила, да, ты говорила мне про громадную сирень, она зацвела у меня. Еще бы она не зацвела. Да, еще бы она зацвела. Вот она так красивая, такой сиреневый цвет у нее, прям прелесть. Сирень напоминает мне, конечно, Россию. Вот я купила вот эту сирень, посадила. Потом, что еще нового? А вишни я купила, большое дерево вишни. Uh-huh. Тоже очень красиво. Ну, маки у меня, но они были, я просто их рассадила. Uh-huh. Ванду я тоже рассадила. И что еще? И у меня есть очень красивые такие роз. Я сделала черенки и посадила их вот в банан. И закопала в землю. Ну, понятно. Вот я уехала, не знаю, что там произойдет. Да, вот приеду, посмотрю, может, они завяли, а может, они поднялись. Да. Кто знает. Угу. Больше такого ничего у меня, изменений никаких нет, но все цветет. Как обычно. Да, все цветет. Самое главное, цветешь ты. Ну, это уж естественно. Самое главное, цветет мама. Ну вот, сегодня такое у нас видео получилось. Оставайтесь с нами, да, как говорит Малахов, да, не переключайтесь. Оставайтесь с нами, потому что... На нашей волне. Да, а потому что видео будут еще... Мама, поскольку мама у меня целую неделю, поэтому мы будем выпускать для вас видео. Всем до свидания, всем пока. Увидимся позже. Пока-пока.